Всем здравствуйте! Известный певец Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной случившегося стал трансмуральный инфаркт. Это одна из наиболее тяжелых форм, при которой поражаются все мышцы сердца. В публичном пространстве появилась информация о том, что прощание с Юрием Шатуновым пройдет в воскресенье 26 июня с 10 до 15 часов. Свой последний приют артист обретет на Троекуровском. На днях певец должен был лететь в Германию к жене и двоим детям, но теперь они первым рейсом летят в столицу. Юрий Шатунов будет покоиться рядом с певицей Юлией Началовой, сообщил его директор Аркадий Кудряшов. Как известно, артистка тоже ушла из жизни рано, ей было всего 38 лет. К знаменитости до сих пор приходит много людей, которые, по словам сотрудников, приносят ей цветы, игрушки и свечи. Так близкие ей поклонники выражают любовь и память певицы, которая так неожиданно ушла из жизни. Сейчас решаются организационные вопросы, связанные с церемонией. Семье Юрия Шатунова они могут обойтись в солидную сумму. По неофициальной информации, место на знаменитом погосте стоит порядка 3 миллионов рублей, по официальной информации от 1 миллиона. Там же покоятся другие знаменитости. Так, например, Валентина Толкунова, журналист Анна Политковская, актер Александр Лазарев, Марина Голуб. Отметим, что в Кумертау, где родился солист «Ласкового мая», в память о нем планируют поставить скульптуру. А к детскому дому в Оренбурге, в котором воспитывался Шатунов, несут белые розы. Вечная память вам, Юрий Васильевич. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Всем пока!